Добрый всем день, дорогие наши зрители! Рада приветствовать вас в Новогорске, где сегодня в рамках очередного тура состоится игра между командами «Динамо» и «Мастер Сатурн». ЮФЛ-2 начинается сегодня в Новогорске. В составе «Бело-голубых» отметился Артем Крыловский, которого, кстати, сегодня нету в стартовом составе, но есть в запасе. Но этот дубль все-таки мы отметим, что более активными на первых минутах являются динамовцы. Хорошая подача. Вот и первый опасный момент. В этом матче Денис Боков играет в подкате здорово, как оказалось, точно на Симонова. Но Симонов, выбивая мяч, попал в соперника. Здесь опасный момент и 1-0. Вот это да! Остался в чужой штрафной Артем Кузин. И именно этот игрок приземлился вот таким вот неудобным образом и для центральных защитников «Динамо», и для... Хорошая тактика для бело-голубых. Ну, конечно же, атаковать нужно и бить поворотом нужно. Симонов входит в штрафную. Симонов, удар с правой ноги. Опаснейший эпизод. И Всеволод Першин в игру вступает. Намертво ловит мяч. Данил. Пауз немного. Но игра не наполнена событиями. Боков. Вот сейчас может быть событие, да. И это гол футболиста московского «Динамо» Егора Назаренко. Свой третий момент бело-голубые все-таки реализуют. И бессилен Егор Назаренко. Ну а голевую передачу ему делает так же, кстати, как и в случае с голом «Мастер Сатурна», футболист под 11 номером. У динамовцев это увидели в первом тайме. Крейтора, передача на Югова. Югов против двоих соперников. Пытается сделать передачу обратную на Крейтора. Не получается этого сделать. А вот пас правого фланга проходит. Отсюда можно бить поворотом и забивать. Опаснейший эпизод. Михаил Козин прощает динамовцев сейчас. Все-таки грубость контролирует арбитр. Несмотря на большое количество фолов, именно грубых еще не было, которые были бы достойны. Кузин. Показалось мне, что готовится сразу двойная замена у «Динамо». Видел я переодетых Александра Хубулова и Артема Крыловского. Но... его и правда цепляли. Но Хубулов решил далее идти и... Продолжается атака «Динамо». Крыловский. Удар поворотом в ближний угол. Возможно, мяч мимо летел, но Першин на всякий случай. Несколько раз в этом сезоне в стартовом составе выходивший. Подача Лепский. Добивание. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это был шанс забить у Дмитрия Александрова. Нельзя фалить футболиста «Мастер Сатурна», потому что это уже штрафная. Сейчас уже можно, но тоже нежелательная. Передача на Назаренко. Назаренко опасно. Не точно. Один в один он может обыграть практически любого. Сможет ли обыграть здесь высшего на замену 18-го номера? Какой момент создают динамовцы? Это Боков пробивал головой. У «Динамо», друзья, 17. Опасно! Опасно! Ой-ой-ой-ой-ой! Был офсайд. Арбитра свистеть. Практически полный голос. Весь тренерский штаб. Команды «Мастер Сатурна», что и происходит, а именно финальный свисток, который фиксирует ничейный результат в Новогорске. «Динамо», «Мастер Сатурн» 1-1.